Всем доброе утро. Начинаем наш влог с завтрака. Готовлю сырники. В одном из видео я уже готовила и рецепт оставляла. Ну, сейчас тоже могу оставить. Сахар. Время... надо же достать. Время уже 11, потихонечку все просыпаются. Сейчас будем завтракать. Так, нужно мне тут одно яйцо, а мне нужно два. Вот у меня еще яйца. Две штуки. Добавила я два яйца. Так, и 2-3 столовые ложки муки. I'm out of reasons, I'm out of rhyme, but I'll only tell you that I'm out of time. I'm sick of love songs, I'm tired of this, and I wanna tell you straight just like it is. You're watching me like you want me, but you're still holding. You're fearless. Steal all the gold you can get, you can get. Show me your love, leave me breathless. Все, последние три штучки и готово. А, доброе утро, доброе утро, доброе утро. Сметанка у нас тоже есть. Кто будет со сметанкой? Сейчас сметанку с сахаром перемешаю и будет вообще. Все, приятного аппетита. Только с вареньем мне не давай сладкого. Надо с вареньем. Там она все равно дает. Бонни. Лито, плаха. А, та вен. Бонька тоже прибежала. Да нормально все, не болеет. Бонни Венека. Маргарита целыми днями валяется на кровати. В связи с переломом руки, а, Маргош, если бы у тебя рука была целая, ты бы не валялась на кровати? Я бы валялась. Да? А что с тобой? У тебя какой-то этот... Кризис, что ли? Делай. Это нормально. Делай. Тебе скоро 13, у тебя кризис? Тебя кто-то обижает в школе? Да, но это... Это нормально. Не пофиг, я на них не обращаю внимания. Их много или один? Много? Кто это? С класса с твоего или с других? Ну да, из класса. Только с класса? Мальчики только? А как они нашли? Меня все называют пиццу. Пиццей. Ее называют пиццей. Яман пицца. Ну, они нашли причину тебя подразнить. Вспомнили, что есть пицца Маргарита. Мне уже кажется, что это... Что Маргарита не рада, что я ее Маргаритой назвала. Это не должно не молестар. Все, мы будем тут жить тоже с Маргаритой вместе. Поселимся у Маргариты в комнате, чтобы ей не было скучно. Кира, juntos. Рита, мы будем жить с тобой здесь. Как функционально? Мы собрались покататься. Носки. Ксюш, я что-то вообще не поняла, в чем дело? Что? Что у тебя на голове? Панамка и шапка. А зачем панамку и шапку надеть? Если мне будет жарко, я панамку надену. Панамку и шапку. Как я могу? Постоянно беру камеру и батарейки нет. Поехали мы с Максом. И с Ксюшей кататься на скейтбордах. Потому что больше никто не захотел с нами ехать. У Каролины подружки, пришли к ней подружки, они там сейчас играют, пляшут, а Маргарита осталась дома. Она никогда с нами не идет в скейтборд. Ну не хочет она. Никогда с нами не будет. Ну ей неинтересно там, она даже кататься не сможет, Ксюш. Что там ей просто так сидеть? Смотри. Неинтересно ей, она с этим гипсом будет там сидеть, смотреть, как другие катаются. У нас вообще сегодня дождь передавали, но, слава богу, дождика нет. Поэтому поехали, погуляем немножко. Каролина упала, забыли перчатки надеть. Она ударилась ладошками сильно. Какие-то не очень, да? Mm-mm. Купили вот этот такой шлем. И там и были в наборе, эти... да, в наборе были налокотники, шлем наколенники. Хороший. Да, шлем классный, а вот это вот какая-то вообще прям ерунда. Прям дешевая. Видно. Сейчас Каролина трюки будет делать. Вот.
Eso, izquierda. Dobla, dobla, eso. No te bajas. Derecho, derecho. Теперь Макс. Ну-ка, давай трюк какой-нибудь. Я ругаю. Без колес. Ксюша сделала скейтборд без колес. Круто же. Ты на что рассчитывала, Ксюша, кататься? Все, поехали, давай. Вот я насыпала уже специи, соль, специи, зелень. А Каролина одну баночку разбила. Долго она не прожила, одна баночка разбилась. Вот. У нас тут концерт во дворе. Смотрите, вон там. Мы слушаем. Там Беляль сейчас придет. Беляль приехала со своей группой. Ага. Ой! Какая музыка хорошая. Все классно, тут сидим на диванчике, слушаем музыку, живую музыку, потому что мне не нравится. Сегодня вообще-то воскресенье, сегодня шуметь нельзя, по идее. Интересно, почему сегодня концерт? Взяли вот такой вот коврик, небольшой. Так вот посерединке его постелим, а сюда сейчас мы будем мебель собирать. А он вообще-то не скользит, да? Или скользит? Скользит. Так, потому что я купила вот эту специальную штуку. Ее нужно все-таки постелить под ковер. И не будет скользить. Вот. Еще один ковер большой. Точно такой же, как и в коридоре. Только сюда в зал. Он 2 метра на 3. Взяла вот такие вот декоративные растения. И рамочку взяли для постера. Вот так. Угу. Нравится тебе? Купила я себе орхидею. Они у меня почему-то, когда отцветают, больше не цветут. Когда не шуметь. Ну, вот эту можно здесь собрать, она маленькая. Да? Слева. Это мы можем здесь собрать. Слева будет лучше. Угу. Вот такой вот стеллаж. Будем собирать. Тут просто их прикрутить, полочки, и все. Бонни, Бонни, Бонни. Здрасте. Вы где ходите? Я была здесь. Здесь? Она к тебе через окно залезет сейчас? Да, она всегда залезает через окно. Я даже не знаю, когда у тебя кто-то в комнате. Нет. Хитрые какие. Чего? Время вообще-то уже почти 10. Комары залетят. Ладно, давайте. Хорошо, на первом этаже живет жить. Друзей раз так завела, и мама даже не знает. Отвертку? Ящички. Да, ну давай, иди спать. Туда складываешь что-нибудь. Вот. У нас такая была только без сидушки. Нам нужно именно с сидушкой. Чтобы бабушка садилась. Как она будет обуваться? На пол сядет. Ну, да. Ты на пол можешь сесть, она не может на пол сесть. Для тебя коврик. Вот такой большой. Вау, а Макс уснул, что ли? Иди сюда. Вот сюда писить нельзя. Нельзя сюда писить.
Я буду на ночь закрывать вот эту дверь, и Боня будет оставаться с той стороны. Потому что она только ночью может написать. Вот эту вот дверь закрою, и Бонька там останется. И все. Тебе нравится мебель собирать? Как какая-то конструктор, да? Лего. Большой только лего. Вот этот скотч. Так, ну вот. Примерно так будет выглядеть. Сюда можно как-то декорировать. Такими вот растениями. Тут у меня сумочки будут стоять. Сюда можно будет что-нибудь складывать. Сюда можно фотографии поставить. Ну вот. Вот так вот будет стоять. Я вообще-то, конечно, думала немножечко побольше, но можно даже, наверное, еще один. Ну, если его хватит, то хватит. Если нет, то еще один можно взять. Вот эти ящики не вмещаются. Я вообще думала, что вниз я их буду ставить. Но я оставлю на другой стеллаж, который я хочу купить. Собирать. Макс, все, Макс отключился. Устал. Сначала всегда надо смотреть. Да, смотри сначала все детали, смотри, чтобы потом не раскручивать и не переделывать. Чего не получается? Не понимаю я. Сейчас. Вот. Ну. Вот так. Nobody told me to settle down. Don't kid around, but there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but... Привет. Я. Это Ксюша. Все, на сегодня готово. Еще сюда зеркала не хватает. Вот что не хватает зеркала. Туда бы. Либо вот сюда зеркало большое. Нет, я хочу сделать большое. Либо вот сюда вот, не на всю стену, но вот. Как ты хочешь большую сделать? Сделаю. Как? Вот так вот. С маленьких квадратиков. И сюда еще можно деньги. Ага. Где у меня? Вот сюда можно монетки закидывать. Вот сюда. Мелочь всякую разную. Деньги. Вот сюда вот так вот. Раз. И все, когда на автобус пошли, взяли. Там, смотри, идешь в Икею стаканчиком, у нас монетка есть, блюк. А какой стаканчик? Пластиковый? Да, сам не возьму. А сюда не знаю, что сюда. Пока ничего. Под коврик постелила специальную липучку, и она не дает коврику двигаться, она даже вон к полу приклеилась. Вот так вот. И все, тут у нас... Папина обувь стоит. Как раз она у нас и не помещалась нигде. Тут уже все наше забито. Подстелила мягкий такой вот пледик, чтобы было мягко сидеть. Все, здесь немножечко декора, фотографии. Вот. Все, закончили на сегодня. Забыла показать, что я купила бамбук. Вот такой вот. Надеюсь. Так, только мне кажется, вазочка это не подходит. Ему вазочка нужна, чтобы он вот так вот стоял. Вот, вазочку другую куплю. Пока сюда поставила. Время, между прочим, уже 2 часа ночи. Мы еще не спим. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ладно, все, всем пока. И увидимся в следующем видео. Ой, перестаропиндо.